В рамках проекта «Чистый город» обеспечить жителям района комфорт и чистоту. Ремонт тротуаров и бордюров идет полным ходом, работает и строительная техника. Вывоз мусора, строительство детских площадок, установка нового освещения на улицах – это не полный список из того, что сделала администрация для жителей района. Сегодня здесь проводится День чистоты. Работники здравоохранения, образования, культуры наводят порядок в кварталах. Этот микрорайон находится у нас в небольшом благоустройстве. То есть производится санитарная опиловка деревьев, уборка палисадников, подбордюрная уборка, вывоз мусора, перекладывание тротуарных дорожек. Дети довольны, а для родителей строительство детских площадок – нововведение. Мне нравится, что она такая вот красивая. Очень великолепную горку поставили для детей. Детям радость, родителям как бы спокойствие, потому что детям есть чем заниматься на детской площадке. Конечно, неожиданно для нашего района. Это новшество. Дети любят, нравится, ценят. Для строительства и уборки территории определены четкие рамки. Район благоустройства ограничен улицами Льва Толстого, Орджоникидзе и улица Тенистой. Это здесь находится порядка 15 жилых домов, в том числе 4 общежития. Сергей Маренко, Сергей Тараненко, новости дня.